Округ Джексон. Значит, мы рядом с Джексон-Сити? Осталось пара миль, не больше. Готов увидеть любимого брата? Сложный вопрос. Нервничаешь? Сам не знаю. Вот тебе и дорога. Пойдем по берегу. Река приведет нас к Томми. Давай. А что у вас произошло? Ты о чем? Вы с Томми не вместе. Значит, что-то случилось. Небольшая размолвка, вот и все. Я так и знала. Что они поделили? У Томми свой взгляд на мир, у меня свой. И поэтому он примкнул к цикадам? Да, твоя подруга Марлин подарила ему надежду. Но Томми такой человек, запала у него хватает ненадолго. Он ушел. Ну и как вы с ним расстались? Кажется, он сказал, надеюсь, больше никогда не увидеть твою рожу. Угу. А он нам поможет? Это мы скоро узнаем. Ну, так или иначе, до цикад мы доберемся. Идем дальше. Вот это гидроэлектростанция. Она превращает энергию потока воды в электричество. Как она это делает? Слушай, я знаю, что она делает, а не как. Ладно. А как мы переберемся на ту сторону? Порядок. Так, Элли, тебе нужно... Знаю. Встать на грёбаный плот. Давай, попробуй. Осторожнее с этой штукой. Ладно. Мы команда. Ага. Какая маленькая могила. Я забыла оставить робота на его могиле. Что мне с ним делать? Элли. Что? Я хочу поговорить об этом. Нет. Почему нет? Сколько раз будем это обсуждать? В жизни разное случается. Что поделать? Просто
Хватит уже. Ты прав. Извини. Идем к Томми. Знаю, мне тоже. Вижу белку, сразу стреляю. Выберемся отсюда, тогда и о еде подумаем. Если помру с голоду, ты виноват. Идем туда. Обойти не получится. Пойдем через завод. Девчонка опустит оружие! Ну! Элли, делай, что говорят. Ладно. Вы что, заблудились? Мы не знали, что здесь кто-то живет. Просто хотели пройти насквозь. Куда насквозь? Это свои! Ты их знаешь? Только его. Мой родной братец. Томми? Охренеть. Как поживаешь, малыш? Ну и ну. Да. Ну покажись хоть. Да, ты постарел. Скоро сам таким станешь. Это Мария. Повежливее, она тут типа всем заправляет. А, мэм, спасибо, что не пальнули. Было б неловко пристрелить своего деверя. Рано или поздно нас всех окрутят. Ты Элли? Да. Куда путь держишь? Это долгая история. Идемте все под крышу. Да. Голодные? Ужасно. Ложная тревога! Это свои! Нам пришлось отбивать налеты. Тут полно бандитов. Несколько дней здесь тихо. Ты как сюда попал? Я думал, ты в Джексоне. Пытался запустить электростанцию. Она работала. Но потом одна турбина накрылась. Электричество есть. Было. Мы снова ее запустим. Не может быть! У вас есть лошади? У нас их полно. Эй, Томми, помоги-ка мне! Извини, я сейчас. Можно? Да, конечно. Она любит, когда чешет за ухом. Ездила верхом? Да, бывало. Да, и где это? Уинстон, солдат в зоне, меня учил. Если хочешь, потом можешь покататься. Было бы круто. Вот. Спасибо, Томми. Без проблем. Ну, пошли дальше. Эрл? Да. Почему ты здесь? Ты должен был уйти обратно. Жду, когда меня сменит Хаузер с парнями. У нас все будет в порядке. Иди домой к семье. Осталось пару часов, я подожду. Ладно, как скажешь. Мария. Слушаю. Мы в зале управления. Стив сейчас пустит ток. Ты подойдешь к нам? Я бы лучше поела с Элли. Все равно моя очередь. Иду. Я с тобой. Иди с Марией поешь чего-нибудь. Джоэл! Идем, Элли. Пускай мальчики поговорят. К вам идет Томми, ждите. Пошли. Они уже в шестой раз пытаются запустить турбины. Мы здесь неделю. Окажется, прошла вечность. Хочу отдать тебе кое-что. В прошлом году я был в Техасе, дома. Почти все наше добро пропало. Почти все.
Вот. Вполне нормальная, хоть и выцвела. Не надо. Точно? А чё? Сказал же. Ладно. Оставлю себе. Томми, надо поговорить. Наедине. Да, ладно. Только ребят сейчас проведаю. Идем. Не знаю, что ты слышал, но города не узнать. У нас уже больше 20 семей. Мария и ее отец решили, что мы должны сами себя обеспечивать. У нас есть зерно и скот. Помнишь, мы думали, что так жить невозможно. А вот у нас получилось. Как вы защищаетесь? Взрослые по очереди охраняют периметр. Запустим электростанцию, будет ограда под ход. Но вы все равно сталкиваетесь с зараженными. А кто нет? Такое уж время. А ведь может быть иначе. Ты совсем как Марлин. Привет. Это Бакли. Сторож он никакой. Хороший пес. Но с ним веселей. Эти гении восстановят электростанцию. На этот раз все получится. Не веришь? Я так не говорил. Ставлю 1 000 000 баксов, заработал. Ага, ставлю 2. Все почти готово. Им просто нужно приладить щит. Спокойно. Начнем. Должно выдержать. Спорил 2 000 000. Ладно, Джо. Поговорим. А вас тут немало. Мы все получили здесь второй шанс. Они нормальные парни. Чего не в Бостоне?
Да вот, ввязался в одну авантюру. Все из-за этой девчонки, да? Угадал. Все из-за этой девчонки. Ну, выкладывай. У нее иммунитет. К чему это? Она да при мне ты. Вдохнула столько спор, что хватило бы десятерым. Ничего. Я тоже не верил. Сам увидишь. Ладно. Поверю. А я при чем? Я должен отвезти ее к цикадам. Ты с ними явно знаком. Закончишь дело, получишь всю оплату. Цикад я 100 лет не видел. Ты знаешь, где они. Мне много не надо, Томми. Дай простую снарягу, и я отправлюсь в путь. С чего ты взял, что я соглашусь? Да ради себя, Томми. Ради твоих парней. Я теперь семейный человек. И не могу так просто рисковать жизнью. Господи. Ну пусть Мария пошлет пару ваших братьев во Христе. У них тоже семьи. Томми, прошу тебя. Нужна снаряга. Бери. Но с девчонкой своей возись сам. Вот она, благодарность. За что бы? Сколько лет я о тебе заботился. Так это забота была? Да мне года с тобой вспоминать страшно. Благодаря мне ты жив. Лучше бы я сдох. Я привел к тебе ту, кто нас всех спасет. А ты решил повыделываться, малыш? Ты не в Бостоне. Только попробуй тронуть меня. Это плохо кончится. Да... Что это за хрень? Черт, на нас напали! Что, убивать не разучился? Нет. Черт, бандиты!